На водоемах республики за купальный период этого года зарегистрировано 177 фактов гибели людей, из которых 53 – дети. В свою очередь, североказахстанские спасатели проинформировали журналистов об итогах купального сезона на брифинге. Так, на водоемах области зарегистрировано 5 фактов чрезвычайных ситуаций на воде, из которых 4 – при купании в запрещенных местах. Департаментом по чрезвычайным ситуациям совместно с департаментом полиции на регулярной основе проводились профилактические рейды и патрулирование. Так, за нарушение требований правил нахождения в общественных местах привлечено к административной ответственности 502 человека, а за нарушение правил общего водопользования 303. В период купального сезона установлено 199 наглядных стендов с предупредительной информацией и больше 4000 запрещающих и предупреждающих знаков в местах, запрещенных для купания. В свою очередь, северокостанскими спасателями в период с 1 июня по 31 августа текущего года совершено более 2000 выездов, во время которых спасено 39 человек, из которых трое детей. За последние 6 лет спасателями спасено более 200 человек. Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, на водоемах области за указанный период зарегистрировано 5 фактов ЧС на воде, из которых 4 человека при купании в запрещенных местах, 1 человек при рыбной ловле.